Девочка Вольфан месяц и неделя. А месяц и 10 дней. А это вот такой дружок. Это Вольф бегает. А как Йорка зовут? Ричард. А, Ричард. Ричард, львиное сердце. Львиное сердце, да. 100%. Сегодня второй раз уже говорят. Ассоциация, да, сразу же возникает. Ричард. Рич. Он не хотел. Это так получилось случайно. А Ричарда постригли, он такой симпатичный стал. А вы знаете, мы купили машинку и сами... Сами стригли. Да, мы первый раз сходили, посмотрели, как это делается. А потом сами, деньги, да? Да? Да, ну так что, самая дешевая стрижка 180 гривен. Так, можно за эти деньги машинку купить. Это Вольф, да, папочка. Мы купили. Вольф, папочка. Да, водичка. Вот. Это водичка. Водичка. Сейчас съем водички. О, и Вольф. А, я поняла. Даже не... Все, Вольф. Немножко выпил. Пьют все, да? Пьют все. Лапка толстая.